my friend! Привет, ребят! Сегодня мы с вами будем лепить очень-очень прикольного героя из мультфильма Home, дом. Сегодня мы попробуем один очень крутой прием. Называется растягивание пластилина. Для этого нам нужно пластилин, хорошее настроение и время, чтобы это сделать. Сначала возьмем оранжевый цвет, так как у него большая часть оранжевая есть. Хорошенько разомнем. Весь секрет того, что он растягивание пластилина по бумаге, что нам надо брать маленькие кусочки. Ни в коем случае надо брать большие кусманища, потому что их очень тяжело растянуть. Взем маленькие кусочки. Так он даже похож. Видите, похож, ухмыляется, так улыбка у него такая. И начинаем растягивание пластилина. Теперь с вами сделаем синий. Так, надо взять
выделить руки, или пойти помыть, или хорошенько выделить. Я вам сначала объяснил, почему вымазываются, будут грязные. Так, мы вытрем хорошенько. Хорошо, видите, оранжевый отбился. Цвет вытерли. Взяли без синий. Оп. Синий. Кусочек. Нам много не надо. Так. Синий взяли. Разомнули его хорошенько. Разомнули, разомнули. Начинаем с краев. Взяли тоже держи. Пульку. Поставили. Уверенным. Главное быть уверенным, потому что все линии как бы здесь будут видны. Если будете уверены, они будут четкими. Если же вы не будете уверены, они будут размыты. Вам надо быть уверенными, что у вас все получается. Да? Вы должны верить, что у вас все получается. Если будете верить, у вас все получится. Так. Вот как делать крабик теперь. Смотрите, делаем мы такую колбаску. Ставим на краешек, видите, ровненько укладываем. И пальчиками прижимаем. Вот таким движением. Видите, оно есть. Еще чуть-чуть. Делаем края. Thank you.
какой-то. И другую пробку делаем. Дальше есть. Видите, не очень красиво. Потом берем палец, так вот разминаем все. Оп, 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 аккуратно. Видите, на более объемном выходе. Оп, оп. Thank you.
Делайте репост, друзья!